Дядя Саша из башкирского села Старый Отрады, который был знаком с семьей Юрия Шатунова, сообщил, что у музыканта есть родная сестра. Такое заявление он сделал в эфире программы «Оставаться людьми». Уточняется, что дядя Саша когда-то был знаком с родными Юрия Шатунова. По его словам, сестра была вместе с Шатуновым в интернате и в детском доме. Сестренка – копия Юры, красавица. Они были вместе в детском доме. На Троекуровском кладбище она была на похоронах. Плакала. С Юрой они похожи, как две капли воды, заявил житель села Старая Отрада. Он добавил, что семья у Шатунова была непростая. Отчим выпивал, сестра Шатунова сейчас живет в Москве, и те дома ее забрали добрые люди.